Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня я вам покажу новые промокоды в игре Headball 2. Новые промокодики, которые вышли недавно, я их уже использовал. Это два промокода, которые на данный момент рабочие. Давайте я вам их покажу. Зайдем в настроечки, как всегда. А перед тем, как показать промокодики, как я вам покажу, обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите красную кнопочку на колокольчик, чтобы не пропустить новые промокоды, когда я их узнаю. Тогда я узнаю промокоды, тогда я их сниму и вам все покажу, и вы их введете, и будете наслаждаться игрой. А вы напишите в комментариях, играть мне в эту игру или нет. Я эту игру скачал просто для того, чтобы показать вам промокоды, потому что я знаю, что многие мои подписчики играют в эту игру. И, ну, все просили, когда я снял когда-то промокоды, помню, оно очень стало популярным видео, и вы меня просили, что еще промокоды покажи, то я скачал эту игру, прошел тут все, и промокоды ввел, я их проверить хотел, я их, эти два промокода проверял. Они рабочие, ну, мне дали там кристаллы и там майка или что это такое, и на рукавник, сейчас я вам покажу. Давайте, коды. Первый промокод — это слово АОГ, это всемирный промокод. Смотрите, я сейчас ввожу этот промокод. Готово, вот. Этот промокод уже использован. Он рабочий. Если пишет, этот промокод уже использован у меня, ну, он рабочий означает. Окей, а если я введу, например, какой-то рандомный, вот такой, например, там. Готово, вот такой. Видите, промокод неверный или больше недоступен. Вот, значит, АОГ — это правильный промокод, чтобы вы ничего не писали. Давай следующий промокод на кристаллики, называется кратко Инстаграм. Сейчас, подождите. Рам. Во, что сюда путаю? Во, Инстаграм. И он дает, я не помню сколько кристаллов, вроде бы 10 кристаллов. Инстаграм. Этот промокод уже использован, он рабочий. Если использован, ну, значит, я его уже использовал, он работает. Чтобы вы ничего там не писали, что я вас обманываю. Нет, ребята, это все правда на данный момент. Но, возможно, через месяц, через даже полмесяца эти промокоды не будут работать. Я же не знаю, ребята. Это все разработчики делают. Вот такие вот два промокода легкие, которые вам дадут кристаллики. Там, возможно, вы откроете там себе какой-то там, не знаю, набор. Не знаю, там, что вы откроете себе. Но я вот... Давайте, кстати, может, один бой сыграем или нет, не знаю. Ну, и напишите, ребята, если... Давайте сыграем один бой. Я сыграю. Просто, чтобы видео... Так, короче. До свидания. Я не хочу. Во. Все. Я просто хочу, чтобы видео не было таким коротким. Ну, чтобы... Давайте сейчас сыграем один бой примерно. Вот, видите, сколько у меня побед? Я говорю, что я профессионал в этой игре. Сейчас мы выиграем его на раз, два, три. Я все игры выигрывал тут. Я знаю, как играть в эту игру. Я играл, доходил до... Ой-ой-ой, ну окей. Ты что думаешь, что у меня такого нету? Блин, зря я использовал. Во, наконец-то, фух, получилось. Тихо, а я же знаю тоже. Опа-па. И вот, 3-1, я тоже так могу, пацан, что ты думаешь? Что только я тут один такой? Что ты тут один такой, что будешь усиление использовать? Я тоже так могу. Давай иди сюда, какой-то боягуз нам попался, смотрите, боится совсем идти. Ну и чё, вот я вот так вот выиграю. Я тогда доходил, вроде бы помню, знаете, я тогда очень долго играл в эту игру, летом вот этим вот, которое было. Я играл, снимал, и ну, по... о, блин, ошибочка, ну ничего страшного, что, я выиграл уже. А, ну я, значит, дизлайк, да? А вы не слушаете его и поставьте лайк этому видео. Потому что я вам помог, я вам сделал. Вот, я сейчас выиграю этого пацана, и поставите лайк, если я его выиграю. Договорились, ребята? Ладно, давай. И подпишитесь обязательно, потому что я уже хочу использовать свою мечту. Набрать 1000 подписчиков. Но это никак пока не удается. 800, еще 200. Вот, давай. Ну, на тебе.
Вот так бы. Классно. Вот, давай, иди сюда. Ну, 10-3. Ну, это уже нет смысла играть даже. Давай, убегай, потом. Испугайся и убегай. Ой-ой-ой, зря. Не надо мне желтую карточку, не надо, не надо. Я тут ничего не сделал. Я просто сидя стою тут. Потому что я уже выиграл. Ну, за 12 секунд даже на голове понабиваю. Моё любимое. Опа, опа. А, ну ладно, голову забью еще 12-й. Смотри, опа, опа, давай. Опа, ай-яй-яй, забил, забил, забил. Окей, давай 13-й забьем еще и все. Вот, да. Давайте еще один матч сыграем. Я вам докажу, что это не случайность, и я могу всех выигрывать. Надеюсь. Ой, зона повышена. Ой, да я там не играю. Ой, да я просто что-то не хотел только что выключить камеру. Ну, не знаю, ребята, что-то уже не хочется играть. Из-за этих реклам желание пропадает играть в эту игру. Ну, ладно, ребята, давайте вы напишите, играть мне в эту игру или нет. Напишите, играй, буду играть. Будет видео скоро. А напишите, не играть. Ну, не буду, просто вам не буду ее удалять. Промокоды, чтобы вводить там следующее. В общем-то, ну, я сам не очень желаю в эту игру играть. У меня есть Brawl Stars, у меня есть PES-19 Mobile, да. Я играю в PES-19 Mobile, FIFA Mobile я чуть-чуть уже не играю. Просто напишите, какие игры мне поиграть. Какие вы любите игры, там промокоды. Все вам покажу. Все, ребята, подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока.